жаришься. Кто хочет мясо? Никто не хочет мясо? Я вас на видео записываю. Нет, на самом деле, вот Андрей до этого много жарил шашлык. Всегда было хорошо. Но вот потом, когда он посмотрел это видео, где ему подсказали о том, что нужно сначала его поджарить, а потом прожарить. И вот вчера шашлык был просто лучший из тех, которые я ела в своей жизни. Он просто вот так у меня потекло. Это, блин, а какой шашлык я ел? Это где вы ели? Вчера плохой был. Какого? Абдула? Да. Чего он сегодня говорил? Из кабана. Знаешь, я вот лучше шашлык в детстве ела, когда кабана свежий. Так, я еще посвежосинку. Мясо забираю в номер. Почему? На мясо забираю в номер. Нет, мы съедим, а потом сравним. Как сядете? А потом скажется, что плохо будет. А есть какая-то разница между шампуро и барбекю? Тут удобно. Ну, тут и удобнее, наш аппарат мне больше нравится. Ну что, вот так? Зачем? Снял и ешь по одной. Почему наш аппарат больше? Да. Рыбку не снимай. Сама снимай. Вот это красиво. Еще одна. Осталось. Какая рыбалка? Я не боюсь. А, у тебя не резко, не надо резко. У меня один раз обмели. Ничего страшного. Это будет целая банка. Вы можете просто ловить и отпускать их? Конечно, чтобы их не видеть.